Доброго вечера, прекрасные дамы! Привет, мужики! Сегодня я хотел бы вам рассказать о шлифовальной технике. Предположим, перед вами стоит задача отшлифовать старый паркет, выровнять перепады между свежеуложенными досками или снять старое финишное покрытие, такое как лак или краска. Заслуженное признание от паркетчиков по всему миру получила немецкая компания Legler. Линейка ленточного шлифовального оборудования в этой компании представлена тремя машинами. Это Lagler Profit, Lagler Super Hummel и Hummel. Итак, давайте начнем. Первый в линейке младший брат Lagler Profit. Данное оборудование имеет массу преимуществ, основной из которых, на мой взгляд, это малый вес, что позволяет легко доставить его на чердак или в подвал, в те места, где доступ затруднен в связи с отсутствием лифта. Кроме того, небольшие габариты и маневренность позволяют ему гораздо проще работать по помещениям сложной формы. Помимо этого, я бы особо рекомендовал его для начинающих паркетчиков и тех, кто хочет сэкономить, так как оборудование имеет низкую арендную стоимость, низкую стоимость абразивов, и при этом с ним гораздо проще работать, не допуская критичных ошибок. Продолжим. Самый старший брат в этой линейке – это Super Hummel. Данное оборудование имеет более широкий барабан, чем остальная техника Lagler. Более широкий абразив шириной 300 мм. Самый мощный мотор, что в совокупности позволяет нам снимать гораздо большее количество материала за один проход. Это очень важно, если вы шлифуете площади огромных помещений, таких как спортзалы, театры или другие общественные помещения. Также я бы рекомендовал его для тех людей, которые собираются снять большое количество материалов, проделав огромную работу, но пускай в небольших помещениях. Такое бывает, если вы собираетесь снимать, например, многочисленные слои старой советской краски с деревянных напольных покрытий. Конструктивной особенностью данной техники является необходимость подключения через сеть 380 вольт. К счастью, подобная розетка есть практически во всех общественных местах и даже в квартирах Новосибирска. Lagler Hummel является золотой серединой во всем. Барабан 200 мм позволяет обеспечить идеальное качество и скорость съема материала. Он может работать от обычной сети 220 вольт, имеет возможность регулировки силы прижатия барабана к обрабатываемой поверхности, лучшую систему пылеудаления, а также разработчики ежегодно выпускают различные обновления или дополнительные гаджеты, улучшающие жизнь паркетчика. Именно поэтому данный прибор является самым любимым среди большинства паркетчиков по всему миру. В нашей компании, помимо этого прекрасного оборудования, вы всегда можете дополнительно взять бесплатную аренду массу гаджетов для него, упрощающих жизнь. Таких как, например, держатель кабеля, который позволяет меньше следить за тем, где он прокинут. Прожектор, освещающий поверхность и позволяющий даже в местах с небольшим недостаточным освещением раньше заметить возможные дефекты и, соответственно, исправить их. Ремень, который позволяет снять напряжение с рук и в конце трудового дня чувствовать себя не таким уставшим. Кроме того, тележка, при использовании которой вам гораздо проще перекатывать данную технику на улице, особенно в местах с недостаточным качеством дорог. Давайте подведем итоги. Если у вас появилась задача по шлифовке деревянного напольного покрытия, то лучшей из возможных ее решений является техника производства компании Legler. Вы наверняка уже определились с тем, какое именно оборудование вам необходимо. Но если нет, переходите по ссылке в описании к данному видео на наш сайт и изучите вопрос более подробно. Также вы можете позвонить по телефону нашего офиса, и сотрудники будут счастливы ответить вам на любой возможный вопрос. С вами был Роман, руководитель компании Depol. Всего вам самого наилучшего!